Надоело часами фармить игровую валюту в GTA Online, чтобы купить себе яхту, дорогую тачку или особняк? В таком случае я хочу порекомендовать свою группу по прокачке персонажей. Множество положительных отзывов и быстрое выполнение заказов. А еще прямо сейчас там проходят новогодние скидки. И за символическую сумму ты можешь стать мультимиллионером. Поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрач. Сегодня со мной вместе Донни и Фанни, и это новые кошки-мышки на крупногабаритных тачках. Ребята, всем привет! Здорово, пацаны! Да, что ж, ребята, сегодня Донни у нас будет дальнобойщик. Такой красный кинверф, пацаны. Я не знаю, сколько он стоит, но, наверное, дофига. Ну да, но он, кстати, шикарный очень, то есть там сзади прям вообще сочно. Здесь можно жить в нем, прикинь, вот рели просто. Ну, слушай, у нас броневички, сваторские, все нормально, все жестко, будем тебя мять, короче. Да. Ребята, в общем... Не можешь открыть. Ну иди пока, бери другой тогда. А мы, ребят, в общем, смотрите, получается, прямо сейчас я беру прицеп, ребята как бы его сейчас не видят. Вот, и мне нужно доехать до Human Labs. Как бы время нет, просто нужно доехать, а ребята нужно меня стопорнуть. Вот, в принципе, и все. Поэтому мы ждем сейчас Фанни, и после этого мы продолжаем. Ну что, ребят, я поехал. Сейчас я возьму прицеп, после этого вы отчитываете 20 секунд, и, в принципе, можете меня ловить. Окей, так, хорошо. Ребят. Слушай, бампер твой уже как... Парни, посмотрите, какой прицеп сейчас я буду угонять. Ну вы понимаете, да? То есть как бы все не так просто. Это очень тяжело будет мне, но ребятам фиг его знает. Короче, ребят, все, я поехал. Парни, считайте, короче. Так, ну давай, 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... 10. Верни экскаватор. 43 я еду, пацаны, это Unreal, кажется, я не смогу доехать. Слушай, нам бы разогнаться, мы сами как бы такие тяжеловесы, знаешь. Давай, кинверф, тащи. А, таймер засекли? Зачем? Зачем таймер-то? Нас просто доехать нужно и все. Но мы для себя. Насколько с тобой справимся? Окей. Я забыл поставить GPS. Рили? Я 44. 60, ничего вы. Друг друга убрали, что ли? Я 46 ползу, пацаны. Блин, ну... Трафик! Трафик! Трафика много, да. Пацаны, разъедьтесь! Ой, красавцы, они разъезжаются. О, я уже вижу кого-то. Это Юрыч, да? Это я. Полиция, LSPD. Какой это сват вообще? Ну, LAPD, ладно. Пошел ты! Хорош! Нормально. А чё ты как бы как ехал, так и едешь? Да потому что я тебя столкнул как бы в этот столб. Понял? Сейчас будет джага-джага, пацаны. Ты хорошо так шатнулся. Так, я вас догоняю. Нифига, 82 или чё? Ооо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 о
спереди надо блокировать. Это вообще жесть, такой танк. Офигеть, чуваки. Танк вообще. Вообще танк, реально. То есть даже ничего не происходит. Может, ему этот покрышки пробить на. Не-не-не, нельзя, пацаны. А давай кто-то впереди, а кто-то сзади стопорим и все. Или он нас несет. Он, короче, не дает его объехать, ты смотри, какой. Да? Давай! Ну, слушай, давай! Отпор дает. Давай! Кенверов тащи! Хорош, давай, главное снять с него. Что это за госконтракт? Или ты наоборот стырил? Стырил со стройки, да, себе домой повез. Че все подряд собираешь? Да я отвлекаюсь, не знаю. Господи, разойдись, дураки! Что-то он как-то плохо сносит, да? Да. Так. Хорош! Не, что-то вообще не надо с одной стороны разворачивать. Нет! Так давай, в трафик, врежайся! Нет. У тебя сейчас съезд будет, да, на? Нет. Я не пойду. Хорош. Дальше, не давай ему съехать. Не давай. Не сегодня, братан, не сегодня. Да пошли вы нафиг! Давай! Я поехал, пацаны, дальше. Слушай, ну это вообще жесть какая-то. Я понял, здесь не вариант, да? Здесь не вариант, поэтому я решил поехать здесь. Спасибо. О, нормально, пацаны, красавцы. Он решил по горам, короче. Я сейчас что-нибудь придумаю, наверное. Капец. Кенверф, давай, тащи. Обалдеть. А чего там? Едет, алло, вообще не едет, горд, туда. Я решил, короче, не знаю, что решил, пока я еду просто. Вы там как там сзади? Ну я по дороге, а Юрыч по... Спиди-гонщик, все дела. Вы не потеряли меня еще, нет? Да ты что, ты можешь так далеко уехать? Так, мне нужно как-то, пацаны, кажется, я придумал как. Давай застрять там, чтобы объехать нельзя было.
Нормально, я проехал. О, боты! Да блин, что он такой не сносит вообще? Вроде он тяжелый, а машины должны быть... Так. Ну слушай, я не знаю, как это прицеп останавливать, реально. Это очень жестко. Куда-то в отбойник его стопорить и сзади блокировать. Оу! Как тебе такое? А, ты решил... А, зараза! А я тут внизу. Юрыч, ты уверен в этом вообще? Так. Я догоняю его. Фига ты что, по встречке решил? Так. О, такой себе. Тут вообще какая-то физика странная. План обман, план обман. Пошел ты, Юрыч. Просто не едет машина, это дурак. Я не знаю, что я ему сейчас сделаю, я ему, наверное, сейчас вообще ничего не сделаю. Ничего не сделаешь. Вообще ага. Не сделаю. Да. Он меня даже не заметил, проеду. Давай ездить. Так, оп-оп-оп-оп. О, отбойник, пацаны. Уйдите нахрен. Вперед, разгоняйся, давай. Разгоняйся, надо его в отбойник куда-то. Во, хорошо, Юрыч, там оставайся. А, зараза. А, пацаны, Фаня, отвали, пожалуйста. Я не знаю, как бы тебе... Фаня, отвали от меня. Не получается ничего. Вообще ничего не получается, я не знаю, что делать. Я предлагаю шокером ему прицеп прострелять. Не, пацаны, так дело не пойдет. Надо в отбойник его убирать. Ну, может, тебе колеса пробиваем, а прицепа? Не, нельзя, пацаны, нельзя. Так нельзя, в смысле? Так нельзя. Ты забыл, что мы... Это, пацаны, это дорогой госконтракт, как бы. Это вы понимаете, тут как бы хорошо, это не хухры-мухры, да. Пошел ты. Да я просто отрицаю от него вообще. Сейчас вообще будет это, новая идея от Фани. Блин, почти отлетел, да, пацаны. Кстати, давай его реально в кувейт куда-нибудь собьем, давай вдвоем. Надо, по-любому. Идите вы нафиг вдвоем, а. Вот как вариант, можно его прям хорошенько придарить куда-нибудь. Ого, шайтан что творит, да? Ой-ой-ой. Здравствуйте, забыл, что такое физика GTA? Нет, нормально, я жив. Так. Ты меня везешь, что ли? Да, сейчас надо впереди стопорить его. Нет, братишка. Неплохо, но сложно, господи. Это ужас. Сейчас уже скоро съезд будет. Слушайте, у меня пальчики уже потные, пацаны, вы понимаете вообще? У нас пару минут максимум есть, Юрыч. Ну, может, и не пару, но... На! Ой-ой, так, как, ты сейчас мне дорогу... Как сломать ты его, я не знаю. Морально, Юрыч, морально. Так, ты куда, дублер? Слушай, как вариант, можно попробовать его шокером из машины выбить, если там... Иди нафиг. Да тупые боты, это самое нормальное, мне кажется, решение. Фу, пацаны, пальчики уже потные пальчики. Ваня, давай, шокером попробуем его в окно... Идите нафиг, я вам не дам проехать вперед. Может, ну, туда кинуть попробуем бутылку кока-колы с менцем, по-моему, чтобы... Да, можно просто колу, Фанни, можно просто колу. Нифига, вдруг какой-то не возьми, появился. Оу! Хорош! Теперь тебя надо просто убрать, да? Не просто! Все не так просто, как кажется! О, смотри, меня вылез! Что за... А что за... Что за помощь вылезла? Так, его самого давай! Что за кенгуру? В лобовуху стреляем. Нет. А ты подцепил? Серьезно? Да, я подцепил, идите нафиг. Я просто назад сдаю. Пацаны, а... О! Давай, хорош. Это тяжело. А что у меня машина стала? А кому сейчас легко? Кому сейчас легко? Тормози, трафик нам помогает. Ты куда едешь? Прицеп наш, как бы. Не-не, все. Я его забрал, я заплатил. Юрыч, пошел нафиг. Кенгуру. Юрыч, пошел нафиг. Юрыч, пошел нафиг. Я застрял. Просто застрял, смотри. Там твой клон стоит, мешает мне. Стреляй ему в лобовуху просто. Идите нафиг. Можно, думаю, стрелять, да? Уже все. Да я пытаюсь в окно, короче, его именно прострелить. Пацаны, так дело не пойдет, ладно? В смысле, ладно? Не ладно. Ладно. Мы с тобой не договоримся, поверь мне. Давайте, короче, ребят, давайте этот, короче, как он называется, короче, комбайн пополам, давайте. А, ты хочешь нам... Я знаю вас, копов, особенно тебя, Юрич, знаю. Нет, это попадос. Слушай, я понять не могу, я его простреливаю вообще, нет? Нет. Я застрял, что ли? Я сел на отбойник, нет? Давай! Так, прицеп поставь. Давай! Попал, о, щит, это очень тяжко. Давай! Отбойник, давай. Во, хорошо. Пацаны, пока. Блин. Пацаны, обращайтесь, давайте там до скорых встреч. Это до скорых греешь, встреч. Давайте до скорых встреч. Блин, я не знаю. Давай ты снизу, я сверху.
гости к Тревору, что ли? Бляха, я застрял, я не смог проехать. Какой был здоровый, жирный такой. Неповоротливый индюк. Я поехал здесь, короче, пацаны, давайте. Давай. А куда мне ехать-то, я даже не знаю. Здесь можно как-то? Боты, осторожно, боты. Господи, куда уехал Барель? Я не знаю, я просто пытаюсь найти. Господи, передо мной волк сбили. Это все, это либо пуля, Гринпис плачет. Оу! Не трогай! Не трогай! О, убрался, да? Я бункер нашел, нормально. Бункер? Для меня? Ну хорошо. Так, сейчас ты куда едешь? Фига, ты едешь по внедорожью? Я, да, вообще, я думаю, что сейчас я как-нибудь... Хотя там, блин, конечно, есть одна такая очень жесткая дорожка, что, в принципе, есть, конечно, шанс, но... А, Фанни, ты очень жесткий, отвали, пожалуйста. Так, давай, тормози. Я не знаю, как его выкинуть, ага. Нас, во-первых, двое, это вообще очень сложно. Так, так, а я вот сюда? Раньше было-то проще, а да? И сюда. Спамят, тормоза для спасения. Оооо, мотоциклист бедный. Фанни. Я вас вижу, пацаны. Не-не-не. Фанни, ой, Юра, сиди нафиг. Фанни там меня подталкивает, красавчик. Я, короче, Фанни. Да бу. Койот, уйди. Гринписов сын, погребаться. Меня... Юрич там вообще в своей атмосфере, да, находится? Да-да-да. Я газую вообще. Кунфор, так, давай, разгоняйся. Господи, я чайку сбил, пацаны. Низко флексило, да? Так, Юрич, ты нам нужен. Фанни, хорош. Я вижу. Давай. Хорошо, Фанни ушел. Так, интересно, как тут тебя сломают? Что это было сейчас вообще? Я, тут короче, предлагаю все, стрелять по колесам. Иди нафиг! Иди нафиг, не стреляй! Уже можно. Все, убрался. Заблокировать въезд на Human Labs. Братишка, да куда вы едете, индюки? Так, я попытаюсь как-нибудь сейчас... Боты такие боты. А стоп, а где Human Labs? А-а-а, я проехал! Вот это хорошо, он уехал, кстати, да, я согласен. Давайте на пикник, Донни, поехали. Знаешь, поехали. Что интересно, я ему по прицепу пару раз стрелял шокером, не пробил колеса. А, да, рили. Пытался, не попал, видимо. Короче, у него стекла вообще не выбито. Куда едешь, молодой? Ты человека сбил! Я? Да не-не-не, пацаны. Сидеть тебе 8 лет. Кручу-верчу, запутаешь, что ли? Human Labs, Human Labs. Я уже почти подъехал, давай! Кинверф! Фанни! Чуть стоп! газуй, господи! Капец, это потно, пацаны, вообще. Давай, Юрыч. Я вообще как бы одну броню скинул, я должен быстрее ездить. Я не могу быстро разогнаться. Давай! Ой-ой-ой, молодой. Бат, о, Юрыч там, оставайся там, Юрыч. Оставайся. Господи! Давайте! О-о-о, хорошо! Что-то я даже не понял, кто больше этот мне навредил. Я или ты? Да. Такое. Вообще не понял, что произошло. Боты. Что по встречке там есть? Чтобы там тебе он потом попался. Том-то и прикол. На! Может, забаррикадируем это? Забаррикадируй. А он, кстати, нас пробьет, он слишком... Хорош! Нет! Вот, снова нет! Поворот. Иди нахрен! Поворот вообще хороший. Так. Вот так тебе, все. На, бота а тебе в лабаш. И нет! Пацан Тре! Я почти... Я, парни, я, короче, я, в общем-то, приехал, если чё. Не-не-не, я приехал! Я приехал! Я приехал! Я приехал, пацаны, все! А ты на ПП должен был проехать? Да, тут просто до Human Labs. Human Labs я поеду, ну как бы добрался до Human Labs. Да, грузовик кирдык. Да ничего, это же не важно. Human Labs здесь, я здесь, все нормально. Тебе 8 лет, братан. О, контейнеры, пацаны, погнали. Да. Вот здесь какие-то машины стоят. Не, на самом деле, вот так вот просто остановить на таких фургончиках, это реально очень сложно. Надо было их прокачать, мне кажется. Ну, да, на самом деле. Но кинверф и прицеп, который сгорел, черт, мои миллионы пропали. Ты понимаешь, там сам прицеп, в принципе, за 5 работу делал. Он настолько тяжелый, просто жесть. Да, это мое мастерство, понимаешь, я как бы ловил вас на противоходе и так далее, вот поэтому. Ребят, вот такая сегодня... Да, ребята, такая с ним получилась у нас серийка. Если вам понравилось, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока!